все для нормальной кожи, а там, я сегодня почитала, написано для жирной. У меня до сих пор лицо это, как знаешь, вот когда лоб наверх поднимаешь, как будто сожжено, поняла? Вообще ужас. Ну, правильно нанесла. Как? Нет, Наташа мне потом сказала, что его надо разбавлять, оказывается, еще. Я сказала, купи все для нормальной кожи, а там, я сегодня почитала, написано для жирной. У меня до сих пор лицо это, как знаешь, вот когда лоб наверх поднимаешь, как будто сожжено, поняла? Вообще ужас. Ну, правильно нанесла. Как? Нет, Наташа мне потом сказала, что его надо разбавлять, оказывается, еще.